John Paul George Ringo. John George Paul Ringo. John George Paul Ringo. Forever! Ну что, ребята, день за днем, капля за каплей, пластинка за пластинкой проходит через всю книгу под названием «Вечный календарь храма Джона Леннона в Санкт-Петербурге. 365 праздников в году». И мы открываем, конечно, сегодняшний день. А сегодня у нас, как мы знаем, 6 апреля. 6 апреля 68 года Beatles открыли свою фирму Apple Records. И пластинки с фирменным знаком Beatles, с яблочком, полетели над всем миром. И долетели до нас, до Петербурга. Уже в 68 году мы все любовались на яблочко, на пластиночки и слушали 45-ки Apple. И первая из них была «Hey Jude», одна из лучших вещей нашего времени. Она признана всем миром критиков и фанов, она признана лучшей песней Beatles. Вот посмотрите на эту 45-ку, которую я имел честь купить еще на черном рынке Петербурга в 68-м году. Представляете, ребята, какая это историческая вещь. Вот это яблочко, на нем написано «Hey Jude, The Beatles». И со второй стороны яблочко на разрез написано «Revolution, The Beatles, Леннон Маккартни». Обе вещи написали Джон и Поль. И когда у Джона уже намного позже, через много лет, спросили: «Какая ваша любимая вещь, Джон?» Он ответил: «Hey Jude». И мы тогда, мальчишки, девчонки, мужики, которые шустрили на черном рынке Петербурга, все сейчас сошлись в одном мнении, что это лучшая песня Битлов. И с тех пор мы ее ценим, гоняемся за ней и слушаем ее при каждой возможности. Так что милости просим и вас снизойти и поставить эту 45-ку на свой проигрыватель. И именно сегодня это будет символично, почетно и правильно. Так что с Богом, ребята! Remember! All you need is love!